Наша мечта сбылась. Теперь у нас есть дочка. Мы будем ее сильно любить. Ой, малышка проснулась. Ты чего, моя хорошая? Не нужно плакать. Ей нужна игрушка, чтобы уснуть. Быстрее. С чем играются дети? Нужно что-то милое. Милое, милое. Это ей не подойдет. Тоже не то. Есть. Дорогой, я нашла. Это должно ей понравиться. Эмбер, не плачь. Смотри, что у меня есть. Не сработало. Дорогая, я знаю, что нужно делать. Что ты задумал? У Эмбер ангина. Сейчас мы ее вылечим. Хорошая идея. Похоже, она здорова. Знаю! Она голодная! Ты гений! Сейчас мы ее накормим. Думаю, лава ей понравится. Кушай, моя милая. Вырастешь большая. Ой, я имел в виду потом. Не так быстро. Ура! Наконец-то! Я могу двигаться! Папа, мама, привет! Как быстро растут дети! Приятно познакомиться. Я ваша дочка. И нам приятно, малышка. Или уже не малышка? Похоже, что нет. Пора в школу. Мы опаздываем. Быстрее. Собирай вещи. Эй, вы куда? Что ей нужно? Я не знаю. В школе нужны книги. Побольше книг. Нельзя опаздывать в первый день. Думаю, этого хватит. Побежали. Что такое школа? Эмбер, твои вещи готовы. Тебе понравится. Познакомишься с новыми друзьями. Главное, слушай учительницу. И хорошо учись. Ну что, все готовы? Чуть не забыл. Ты про что? Держи свой огненный ланч. Спасибо, папа. Эндрю, нам тоже пора на работу. Конечно, милая. Пора открывать магазин. Погнали, все за мной. Ну все, мы на месте. Дорогая, веди себя хорошо. Эмбер, подожди. Ну что еще? С хулиганами не разговаривай. На переменах не бегай. Не забудь съесть ланч. Да поняла я, поняла. Найди себе друзей. Хорошо, я опаздываю на урок. Пока. После школы сразу домой. Не ходи голодная. Кажется, все сказали. Она у нас умничка. Фух, родители ушли. Теперь мне нужно найти свой класс. Что там за шум? Девчонки, может, договоримся? Получай, лузер. Пора тебя подогреть. Я им сейчас устрою. Сейчас ты испаришься, лужа. Не трогайте его. Лучше не влезай. Испугала огонь зажигалкой. Потухни, выскочка. Вы сами напросились. Бежим. У тебя получилось, ты их уделала. Я Эмбер. Уэйт, ай, горячо. Вспыльчивый характер. Ой. Прекратите шуметь. Тут идет экзамен. Вы что, не видите табличку? Простите нас, пожалуйста. Мы не заметили. Ты следующая? Я? Сейчас проверим твои знания. Иди сюда. Я первый день в школе. Это все отговорки. Я тебя жду. Ладно, иду. Прости, это из-за меня. Эмбер, подожди. Возьми мой конспект. Ты мой спаситель. Иду, иду. Увидимся. Удачи, я буду скучать. Заходи, покажешь, что выучила. Вот, пожалуйста, один уголек. Возьмите, вот ваш заказ. Как там наша Эмбер? Я так переживаю. Легкотня. Это было несложно. И я ему говорю. Она сумасшедшая. Это правда. Сейчас я вас сожгу. Здесь тупик. Куда бежать? Держитесь от меня подальше. Эмбер, как твой экзамен? Все прошло отлично. У меня самая высокая оценка. Поздравляю, подруга. Что-то я проголодалась. Нужно подкрепиться. Ты взяла с собой ланч? Да, родители положили. Он в рюкзаке. Давай поедим вместе. Я могу с тобой поделиться. Вот, держи. Спасибо, я такое не ем. Мне будет больше. Как же это вкусно. Ой, я опять выросла. Какие у меня длинные руки. Эмбер, это ты? Ну а кто? Конечно, я. Какая ты красивая. Не смущай. Держи, это тебе. Обожаю розы. А какой запах? Ты пойдешь со мной на свидание? Да, Уэйт, пойду. Что это? Тебе звонят. Это родители. Нужно ответить. Алло? Милая, мы соскучились. Приходи к нам в магазин. Уже бегу. Мне пора. Подожди, а наше свидание? Точно, совсем забыла. Дай свой телефон. Теперь у тебя есть мой номер. Набери мне потом. Пока. Она прекрасна. Огненный ангел. Нужно все подготовить. Мама, папа, я пришла. Эмбер, это ты? Знаю, я немного подросла. Тебе пора научиться работать в магазине. А что тут нужно делать? Сейчас покажем. Тебе нужно делать угольки. С помощью своего огня. Вот так. Готово. Я поняла. Дайте я попробую. Ум,
Умница, дочка. Ты быстро учишься. Теперь их нужно аккуратно сложить. Легко. Сейчас сделаю. Этот сюда. И еще вот так. Готово. Что дальше? Смотри внимательно. Теперь нужно расклеить ценники. Проще простого. Мам, дай мне. Каждый ценник на свое место. Дело сделано. Теперь самое важное. Сюда мы складываем деньги. Нет проблем. Деньги в сейфе. И еще одно. Нужно всегда улыбаться клиентам. Это я умею. Молодец. Ты готова к открытию. Я так волнуюсь. Приветствую в магазине. Привет. Вот ваши деньги. Мне нужно собрать пару заказов. Поможете? Конечно, сейчас сделаем. Складывай сюда, дорогая. А можно мне? Ничего не пропустили. Проверьте. Все на месте. Держите. А можно я? Можно я соберу заказ? Ты тоже хочешь? Думаю, она готова. Хорошо, Эмбер. За работу. Ура! Я видела, как нужно. Аккуратно складываем в пакет. У тебя хорошо получается. Ваш заказ готов. Возьмите. Тут все неправильно. Ты все перепутала. Переделай быстрее. Это недоразумение. Я собрала все по списку. У меня написано 2 угля за 100. Я так и положила. Нет, не так. Откуда столько дыма? Мой товар сгорел. Прошу прощения. Сейчас все исправим. Я все испортила. Что я скажу покупателям? Вы сожгли весь мой товар. Возвращайте деньги. Конечно. Вот ваши деньги. И еще раз извините. Хамство. Я буду жаловаться. Хорошего вам дня. Дорогая, не переживай. Кто это звонит? Эмбер, это Вейд. Увидимся сегодня. Да, скоро буду. Дочка, с кем ты говорила? Неважно. Я побежала. Странно. Это тебе, мой ангел. О, Эмбер, привет. Вейд, я смотрю, ты подготовился. Это для тебя. Правда? Это очень мило. Быстрее. Открой подарок. Как тебе? Он чудесный. Тебе правда нравится? Конечно. Иди, я тебя обниму. Ой, там специальные перчатки для обнимашек. Тебе идут. Поможешь мне надеть медальон? С удовольствием. Всегда мечтала о таком. Он приносит удачу. Сегодня самый лучший день. Спасибо за покупку. Приходите еще. Дорогой, сегодня мы хорошо заработали. Ты права. Все, рабочий день окончен. Время домой. Ура! Только сначала нужно убрать. Поставим все на свои места, чтобы не было беспорядка. Можно закрываться. Идем домой. Я так устала. Эмбер, как вы тут оказались? Быстро отойди от него. Нет, подожди. Эмбер, не уходи. Сними это сейчас же. Мой подарок. Он ей не нужен. Забирай, уходим. Я так просто тебя не отпущу. Мой пылающий ангел. Нам нужно с тобой серьезно поговорить. Но что я сделала? Тихо, смотри внимательно и запоминай. Опять уроки? Ты огонь. И тебе подходит только другой огонь. Я хочу дружить с водой. Ни в коем случае. Вода тушит огонь. Понятно? Не указывайте мне. Буду дружить с кем хочу. Ах так, ты наказана. Быстро в комнату. Никаких игр. Ну и ладно. Я с вами не разговариваю. Она скоро остынет. Так нечестно. Вейд мой друг. Он никогда не затушит меня. Давай сбежим. Но как? Привет. У тебя клевая комната. Подожди. Я взял с собой перчатки. Идем. Пошли, пока родители не видят. Давай быстрее. Я готова. Не забудь вещи. Дай мне свою руку. Угу. Она там сидит уже 2 часа. Голодная, наверное. Нужно идти мириться. Я тоже про это подумал. Отличная идея. Нет, вставай. Эмбер, милая, где она? Тут никого нет. Нужно ее искать. Эмбер, ты здесь? Хватит прятаться. Выходи. Ее тут нет. Что нам делать? Нужно звонить в полицию. Я сообщу в новости. Алло, полиция? Возьмите трубку. Никто не отвечает. И у меня. Давай наберем Эмбер. Идут гудки. Ее телефон здесь. Как нам ее теперь найти? У нас получилось. Подожди, нужно позвонить родителям. Зачем? Они же нам не разрешают быть вместе. Я потеряла телефон. Без паники. Сейчас найдем.
Он должен быть где-то здесь. Его нигде нет. Вспомнила. Я оставила его дома. Не переживай. Давай вернемся и заберем его. Мы никогда ее не увидим. Ты вернулась. Приветики. Оставь ее в покое. Уходи отсюда. Быстро. Я ее не брошу. Я сейчас позвоню в полицию. Тебя арестуют. Эмбер, я знаю, что нужно делать. Отпустите! Я его люблю! Что ты сказала? Быстрее! Съешь это! Эмбер! Что с тобой? Сработало! Мы выросли! Вы теперь взрослые! Да, и теперь мы делаем, что хотим! А что вы хотите? А что мы хотим? Ну как что? Вот это! Что он делает? Эмбер! Ты выйдешь за меня? Конечно, да! Я согласна! Теперь мы можем быть вместе! Мы ей больше не нужны. Пойдем, милая. Подождите. Можете быть вместе. Только не уходи. Мама, папа, я уже взрослая, но я вас все равно люблю. Как это мило. Сегодня мы здесь собрались. Какая она красивая. Уэйд настоящий жених. Теперь обменяйтесь кольцами. Мы гордимся тобой, дочка. Молодожены могут поцеловаться. Такой волнительный момент. Поцелуй невесту. Будьте счастливы, дочка. Объявляю вас мужем и женой. Спи, моя радость, усни. Мамуль, бабуль, смотрите, это вы. Тише. Ну вот, разбудили. Не реви, маленький, все хорошо. Уэйд, у нас потоп. О, нет. Картина намокла. Мы так старались! Наше художество! Это случайность! Придумал. Вот вам чистый лист. Нарисуйте новую. Нам нравилась старая! Ого, Лили сильно расстроилась. Пойду в комнату. Этот малыш, он все испортил. Дети обиделись. Нехорошо как-то вышло. И малыш расстроился. Пойду успокою ребят. Ого, спокойно, папочка рядом. Наш сынишка ни минуты без тебя не может. Все, внимание малышу. Родители совсем про нас забыли. Есть идейка. Даже рыбки со мной чаще общаются. Думаешь о том же, о чем и я? Да, сестренка, прячемся. Так нас точно никто не найдет. Что это было? Звук явно из детской. Навестим ребятишек. Осторожно, не разбуди кроху. Хотите вкусняшек? Куда все подевались? В прятки играют. Обожаю прятки. Глянь под подушкой. Пусто. И здесь никого. Они за шторой. Точно. На счет три. Один, два, три. Их нет. Где же наши дети? Не могли же они сбежать. Вещи на месте. Какой побег без рюкзачка? О нет, малыш опять проснулся. Капризный малый. Эмбер, давай помогу присесть. Дыши ровно. Вот так, молодец. Засыпает. А нет, показалось. Может спеть колыбельную? Есть идеи получше. Любимая игрушка Эндрю. Смотри, что папочка принес. Защекочу! Ого, ему нравится. Тишина и спокойствие. Спасибо, дорогой. Всегда рад помочь. Нужно искать детей. Ты прав. Сиди, сиди, я сам. Для начала позвоню в 911. Возьмите трубочку. Ну что там? Занято. Не оставляй меня одну. Обещаю, я быстро. Надеюсь, Эндрю не проснется, пока Уэйда нет. Пранк удался! Пускай поволнуются. Петелька к петельке. Опять труба барахлит. Пора вызывать сантехника. Уэйд? Наши детки! Они пропали! Мои внучата! Нет времени объяснять. Мне нужна ваша помощь. Эй, ты чего? Идем, идем. Я не в том возрасте, чтобы бегать. Эндрю снова плачет. Может, станцевать? Нет, малышу холодно. Дело говорит. Сейчас согреем внучка. Ой, как тепло и приятно.
Кажется, успокоился. Детектив бабушка поищет детишек, а Уэйт останется с тобой, дочурка. Главное, не нервничай, тогда и малыш будет спокоен. Уэйт, присмотри за ней. А теперь за дело. Так-так, следы ведут к дивану. Похоже, что из комнаты они не выходили. Чтобы найти ребенка, нужно думать как ребенок. Камин – идеальное местечко для нашего огонька. Лили, я же знаю, что ты здесь. Выходи, живо. Ну и что теперь делать? Бабуля упертая, так просто не отстанет. А что если... А вот и ты. Стой, кому говорю? Шустрая девчонка. Ну-ка, хватит проказничать. Поймала. А ну, вернись. Папа и мама переживают. Ай, спина. Больше никаких вкусняшек. Посижу чуток. Ох уж эти детишки. Устраивайся поудобнее. Принесешь кислых огурчиков? Будет сделано. Наш кроха проголодался. Кушать, кушать. Можно еще тортик? Ох уж эти пищевые капризы. Я мигом. Папочка добудет еды. Огурчиков не нашлось. Но зато есть вот это. Ммм, как вкусно пахнет. Похоже, малыш так не думает. Фу, эти угольки испорчены. Сейчас маленький папуля Уэйт что-то придумает. Неси еду, живо. Понял, одну секунду. Раскаленная лава прямо из жерла вулкана. Тебе понравится. Настоящий деликатес. Попробуем? А что скажет юный дегустатор? Ждем вердикт. Нет, явно не то, что он хотел. Задымление! Нужно тушить пожар! Ну как? Придумал. Это сойдет. Принес огурчики? Лучше. Ты уверен? Абсолютно. Чего не сделаешь ради малыша? Кажется, работает. Ловлю, ловлю. Вкуснятина! Никогда не думала, что скажу это, но водичка просто супер. Фух, пронесло. Отдохни, ты заслужил. Соберись, Тесса. Глубокий вдох. Вот ты где. Нужно действовать скрытно, словно тигр. От бабули не уйдешь. Попалась. Как она меня нашла? Ауч, далеко собралась? Что сейчас будет? Брайан, ты что здесь делаешь? Помоги, сейчас погасну. Я нас вытащу. Быстрее! Ага, а вот и внучата. И Брайан тут как тут. Куда разогнались? Ох, проказники. От меня еще никто не уходил. Кроме деда. Мам, ну что? Вы их нашли? Все под контролем. Ладненько, хорошо хоть наш Эндрю в безопасности. Детское время закончилось, глаза слипаются. Вот твоя пижамка. Спасибочки, ты такой заботливый. Хочешь, покажу фокус? Та-да! Не сходится. Животик мешает. Давай помогу. Пуговка за пуговкой. Вот так. Получается. Готово. А теперь в кроватку. Аккуратно. Берегись! Ауч! Прости. Тебе нужна новая пижамка. Нужна только ткань. Сойдет. Ну, Эмбер, надеюсь, ты оценишь мой труд. Вспомним уроки рукоделия. Это сюда. Мама всегда говорила, что шитье – мое истинное призвание. Штора превращается в стильный халатик для сна. Шедевр! Смотрится чудесно. Спасибо! Рад, что тебе понравилось. Не забудь выключить свет. Готово. Спокойной ночи. Сладких снов. Все равно поймаю. Стой! Ауч, моя прическа. Вау, где это мы? Никуда не уходи. Чего это? Садись, сейчас узнаешь. Ну ладно. И дальше что? Потряси головой. Вот так. Окей. Ой, долго мы так не продержимся. Ну, не помогло. И что дальше? Можно я пороюсь в твоей шевелюре? Ну, если сильно надо. Мои внучата где-то здесь. Дай мне кусочек тучки. Держи. Пусть думает, что она нас поймала. Осторожно. Чуть не попались. Нашла. Мои волосы. Опять не вышло. Куда они подевались?
Я могу идти? Нет, конечно. Что же делать? Странное. Ой, давай, чихай. Окей, окей. Чхи! Ауч, привет, бабуль. Какая красивая сумочка. Терпеть не могу макароны. Кто она? Отвечай. За что? Милый, что случилось? Покажи, где болит. Глазик. Приложить бы льда. А это идея. Продолжай реветь, не вздумай останавливаться. Молодчинка, сейчас вернусь. Ты куда? Побит и брошен на произвол судьбы. Спокойно, я здесь. Лед готов. Берем кусочек, прикладываем к синяку. Вот так. Скоро будешь как новенький. Ну как? Так получше. Спасибо, любимая. Что там? Все в порядке? Ты только послушай. Ого, толкается. Будущий боксер. Не то слово. Ого, вот это удар. Может, тебе лучше прилечь? Вот так. Ну что? Не-а. На бочок попробую. Ой! А если в другую сторону? Не то. Может, на живот? И как я, по-твоему, это сделаю? Есть решение. Попробуй. Есть инструкция? Просто ложись животиком в круг. Была не была. Это так мило. Ну что, легче? И правда удобно. Идеально. Отличный лайфхак. А теперь баиньки. Кошмар, чуть прическу не испортили. Лили и Брайан, как вам не стыдно? Родители там с ума сходят от волнения. Прости. Что-то случилось? Кто-то вас обидел? Дело было так. Давайте поиграем. Тихо. Окей. Может, прогуляемся? Нет, мы заняты. Мам, пап, зацените, это вы. Бедняжки, я с ними поговорю. Идемте домой. Подъем, детки дома. Что? Ты их нашла, милые. Не надо. Обойдемся без обнимашек. Нужно их мирить. Послушайте. А-а-а! Кажется, схватки начались. Дорогая. Приляг. Аккуратненько. Дыши глубоко. Вдох. Выдох. Ты молодец. Кажется, малышу Эндрю уже тесновато. Ему пора во внешний мир. Я рядом. Бедная мамуля. Вдох. Выдох. Не останавливайся. Малыш на подходе. А вот и он. Ловите. Держу. Тяжеленький. Такой кроха. Милота. Чего это он? Ого. Малыш Эндрю решил озеленить наш дом. Теперь у нас есть семейное деревце. Ауч. Ого, что это было? Вейд? Надымили. Эмбер? Мы поменялись стихиями. Такое случается раз на 100 лет. Что случилось? Теперь я огонь, а я вода. Мамуль, что теперь будет? Почему они кричат? Только глянь, на кого мы теперь похожи? Что же делать? В таком виде никуда не пойду. Кому-то пора на работу. О нет, мы опаздываем. Нужно сменить цвета. Не то. Меняемся. Держи. Перья, у меня на них аллергия. Потерплю. Сойдет. Вейд, у нас мало времени. Хватай чемоданчик. Ланч, как же я мог про него забыть? Без еды никуда. А вот и вкусняшки. Нет, я такое есть не буду. Угольки, никогда не пробовал. Ты готов? Всегда готов. Погнали. Мам, пап. Эй, а как же мы? А, точно. Хотели уйти без нас? Ауч, горячо. Прости, малышка. Все окей. Мы просто поменялись силами. Идем скорее. Шевелите ножками. Посидим минутку. Мамуль. Чего расселись? Мы устали. Не время для посиделок. Я не чувствую ног. За что мне все это? Живо встали. Берегись. Ого. Спокойно, Вейд. Дыши глубже. Было близко. Нужно извиниться.
Мама с папой не хотели вас обидеть. Мы больше не будем. Простите нас. Что скажешь? Мы все понимаем. Нужно от них избавиться. Ты про детдом? Тише. Нет, конечно. Есть идея. Где мой огнифон? Алло? Привет, сынуля. Понянчишься с внучатами? Ну, конечно. Спасибо. Она согласна? Вы идете к бабуле. Ура! Пошли скорее, пока ба не передумала. Твой ход, дедуля. Сейчас, сейчас. Пешка на b4. Напугал. А как тебе такое? Шах. Только не это. Ты уже проиграл. Мат. Да как так? Нет! Есть кто дома? Это ж внучата. Пойду открою. Ауч! Спина! Бедняжка, сиди я сама. Как это делается? Получилось. Бабушка еще на что-то способна. Уже иду. Стоп! Вы кто такие? Приветик. Что это с ней? Мам, это мы, открой. Вейт, это ты, сыночек? Тук-тук. Приветули. Бабуля, да это же мои малышата. Ты что, нас совсем не узнала? Кто эти люди? Время обнимашек. Точно, прости, ба. Милая, бабушка тебя и так любит. Поздоровайся с дедулей. Осторожно. Что с вами стряслось? Ну, дело было так. Оно будет стоять здесь. Еще чего. Ауч. Мы поссорились. Но сейчас все окей. Надо же такое. Что-то придумаем. Привет, пап. Тесса, это ты? Клевые очки. Кто это к нам пришел? Здрасте. Без очков дальше носа не видит. Обожаю играть в шахматы. Пиу-пиу, защищайся. Нам пора на работу. Пока-пока. Удачи. Никаких сладостей, ладно? Надеюсь, не забуду. Мамуля. Ауч, печет. Прости. Хорошего дня. Куда же они подевались? Нашел. Секундочку. Кто это был? Потом расскажу. Вы, наверное, голодные. Угольки. Вкуснятина. Мы открылись. Заходите. А вот и первые клиенты. Не кричите, на всех хватит. Я первая. Возьмите мои денежки. Один уголек для мистера Уокера. Держите. Ваша сдача. Уголек для Айлин. Вот копеечка. Их слишком много. Не переживай, справимся. А можно быстрее? Прекратите! Бежим! Ауч! Упс. Угольки погасли. Это же наш лучший товар. Ничего, ничего. Мы что-то придумаем. А нет. Им крышка. Я во всем виновата. Ну что ты, со всеми бывает. Есть идейка. Мой ланч. Там полно угольков. Ты гений. Уже остыли. Кажется, у меня есть идея. Что же она задумала? Интересненько. Как весело. У нас для вас кое-что есть. Налетайте. А вот и подарочки. Надеюсь, понравится. Вау, это же легендарный мистер Капля. Приветик, я Дракоша. Такие славные. Спасибо, дедуль. Не за что, мы за вами скучали. Как это мило. А теперь за стол. Наконец-то еда. Не будем мешать. Идем, сыграем партейку. Бабушка знает, как угодить внучатам. Чистейшая водичка. Брайан, ты только попробуй. Объедение. Спасибочки, пожалуй, откажусь. Закончилось? Не беда. Смотри, как могу. Выпью еще чуток. Теперь точно наелась. А ты? На месяц вперед. Так подросли. Ого, совсем взрослые. За мной. Уже бегу. Можно мы поиграем? В этот раз без пожара. Пожалуйста. Пусть веселятся. Ура! Играем в догонялки. Не поймаешь. Какой шустрый. Я до тебя доберусь. Пиу-пиу. Сам напросился.
Осторожно, не сожги дом. Лучше беги. Здоровый паук. Не туда смотришь. А, точно. Научу тебя готовить угольки. Берешь деревяшку, поджигаешь. Не продолжай. Давай попробую. Ну же. Не выходит. Секундочку. Давай помогу. Нужно сжимать сильнее. Получается! Какой красивый! Молодец! А теперь сам. Понял. Немного грубой силы и... готово! Настоящий кулинар! Давай еще! Отлично! Повышай температуру! Дави сильнее! Я даже немного устал. Может, пора открывать собственную пекарню? Ты мой герой! Можем открываться! Так и сделаем! Ты готова? Погнали! Возьмите мои денежки! Спокойно, здесь на всех хватит! Держи, это тебе. Горяченький, спасибки. И мне чуток. Угольки на расхват. Возьмите. Как вкусно пахнет. Спасибо. Хорошего дня. Нам два шарика, пожалуйста. За нас. Мы справились. Давай считать денежки. Приличная сумма. Купим билеты на круиз. Я только за. Чуть не забыл. Нам пора закрываться. Приберемся и домой. Может, устроим романтический ужин? Классная идея, но сначала уборка. Протрем столик, вернем все баночки на место. Кристальная чистота. А вон там паутинка. Только гляньте на этих голубков. Эмбер просто расцвела. Давай помогу одеться. Поймал? Ты такой милаха. И ты тоже. Зажжем свечи, посмотрим романтический фильм. Хочу подарить тебе цветочки. Магическая сила воды. Опс. Поджарился. Я случайно. Ты что творишь? Доверься мне. На раз, два, три. Эй, я здесь живу. А вот и букетик. Убери свои руки. Айч. Спасибо. Это моя прическа. Нет, это ромашка. Дай сюда. Попробуй отними. Мальчики, а ну успокойтесь. Живо. Берегись. Помогите. Тону. Что вы наделали? Опс, магическая сила воды. Или как там? Спасибо за букетик. Милый, нам пора. Заберу вещички. Как мне теперь выбраться? Ауч. Эх, старость. Однажды в волшебном королевстве Элементарно жили четыре стихии. Земля, огонь, вода и воздух. Каждый из них... Что? Где? Это родители! Прячься! Скорее! Не уходите! Вчера поймал карася. Идут! Встань за дверь! Как поживают мои крохи? Милые детки! Испугались? Нет, конечно. Ну, может, совсем чуток. Еще не изменились? Пока нет. Не унывайте, все будет хорошо. Дедуля, просыпайся. Еще 5 минут. Спи дальше, чуть не забыла. Подарочки. Детишкам понравились. Дракоша, дай сюда. Ба опять напутала. Бабушка вас всех очень любит. Обойдемся без обнимашек. Поняла, хорошо, милый. Спасибо, что присмотрели, пока. Заходите. Что? Я что-то пропустил? Ничего, спи уже. На чем мы остановились? Ага, каждый из них обладал уникальными способностями. А потом папа выдернул тот цветок. Мам, можно я присяду? Ножки сильно устали. Нам всем нужно немного отдохнуть. Согласен, но сначала я поджег куст. Вау! Давайте сделаем фото. И камера у меня с собой. Ура! Хорошая идея. Давно не было свежих фоточек. Садитесь вот так. Сейчас вылетит птичка. Прикольно вышло. Повешу у себя в комнате. А я на холодильник. Темнеет. Нам пора домой. Бегите, мы догоним. Мамина радость. Вот мы и дома. Не поверите, ваш папа умеет готовить. Это все твоя заслуга. Что это с ним? Дерево сбросило фотки. Вид у него так себе. Давайте украсим свежими кадрами. Отличная идея. Идеально. Вот так. Мам, пап, полюбуйтесь. Красота. Теперь наша очередь. Ты первый. Мы с папой вас обожаем. И мы вас. Ловите. Идем, хочу спать. Сладких снов. Обнимашки. Светится. Ничего не вижу. Я снова водяной. Мои силы вернулись. Идем к зеркалу.
Не будем мешать. Обожаю эти вещички. Вау, потрясно выглядишь. А это еще что? У кого-то будут неприятности. Да это же тот выскочка Клод. Дорогая, ты ничего не хочешь мне сказать? Черный мне к лицу. Ты целовалась с растением? Это не я. Фотку подкинули. Эмбер, я не слепой. Это была последняя капля. Я ухожу. Но я этого не помню. Не хочешь, не верь. Не буду мешать вашему счастью. Ты меня больше не увидишь. Прощай. Проваливай. Как я теперь без выда? Что же я наделал? Прощайте, мои сладкие. Получается, я теперь бездомный. Милая парочка. Кажется, я ей нравлюсь. Он мне улыбнулся. Стеснительные ребята. Сяду к нему поближе. Еще немного. Ну, наконец-то. Сейчас помогу. Тоже мне пикап-мастер нашелся. Да что же вы такие нерешительные? Вот так. Молодцы. На свадьбу пригласите? Слушай, а кто этот мужик? Пока. Не благодарите. Я его не знаю. Странный тип. Что тут у нас? Уэйт, не лезь, сами разберутся. Ну, кто так делает? Дай сюда. Дорогуша, это тебе. Вау, какая прелесть. Ты выйдешь за меня? Да. Поздравляю. Спасибо, ты лучший. Мой огонечек, так за тобой скучаю. Ты куда? Еще не поздно вернуться. Откуда здесь столько воды? Уэйт, вернись. Зачем я ему нагрубила? Держи, твои любимые. Спасибо, дорогой. А еще открыточка. Сам сделал. Ты такой молодец. Открывай скорее. О, как это мило. И я тебя люблю. Обнимашки. Не плачь, папочка скоро вернется. Думаешь? А если он ушел навсегда? Мое сердечко этого не переживет. Ауч, горячо. Мамочка, ну хватит уже. Эй, Брайан, нужно вернуть папулю. Согласен, погнали. Эмбер продолжает реветь. Нужно вызвать пожарных. Ты это слышал? Ага, кто-то должен остаться с мамой. Камень, ножницы, бумага. Тебе повезло. С кем мне теперь смотреть сериалы? А скоро новый сезон. Ладно, ладно. Давай, братишка, я в тебя верю. Удачи. Надеюсь, он тоже скучает. Огонь распространяется слишком быстро. Может, отправить ему сообщение? Мамуль, с тобой все в порядке? Сыночек, мамы на опора. А вот и наш папаша. Фух, в следующий раз пойду пешком. Секундочку, здесь же есть звонок. Хочешь водички? Давай. Свежайшая дождевая только из тучки. Ну же, не жадничай. Ты крутая. Спасибочки. За нас. За нас. Надеюсь, нам не помешают. Кто-то приперся. Подождет. Продолжим. Ну вот, меня никто не ждет. Пролезу под дверью. Стой, испортишь всю романтику. Приветик. Уэйт, ты что здесь делаешь? Мы расстались. Ужас. Что это? Тебя выгнали из дому? Ага, можно пожить у вас один денек. Ну, даже и не знаю. Может, присядешь? Эмбер, она меня выгнала. Уже бегу. Лужа? Папуля точно был здесь. Ого, ты мой ангелочек. Вместе навсегда. Устроили тут любовный беспредел. Еще следы. Совсем свежие. Ну-ка попробуем. Да, это точно он. Детектив Лили найдет папу во что бы это ни стало. Смотрите, где стоите. Заведем троих карапузов. С дороги. Вы меня вообще слышите? Что-то пищало? Может, комарик прилетел? Что-то она совсем грустная. Мам, с тобой все в порядке? Похоже, что нет. Думай, Брайан, нужно ее как-то развеселить. Есть идейка. Вот же они. Если Лили узнает, что я брал ее дракошу, мне крышка.
ничего не сделаешь ради мамы. Давай поиграем. Держи. Где же мой милый? Ты забыла, как играться? Давай покажу. Мистер Капля, в атаку! Ауч, он слишком мощный. Вспоминаешь? Не помогает. Ладненько, переходим к тяжелой артиллерии. Все боятся щекотки. Ну же, улыбнись. Защекочу, попался. Только не это, отпусти. Ты первый начал. Опять тоска нахлынула. Выйдешь за меня.